Аз динам, динам, само те динам. Аз динам, динам, само те динам. Аз хинам, хинам, белге гашинам. Лесар телета, аз да минам. Аз хинам, хинам, белге гашинам. Лесар телета, аз да минам. گی سوده سری باسکومه بایی ساره اخصاله من چواچون جلتیا من هست بازر هش گویی بود جمن شلان تملا رنگی نو باهاد برف سپیل سری من کرن خاد برف دباره اخصاله من چواچون برف سپیل سر من کرن قاد برف دوباره اخصاله من چواچون We'll be right back.
جم برا جم دزاوجم آبومتی خالو خدی دزاوجم خوشگی جم برا جم دزاوجم دزاوجم دای جم باو جم دزاوجم خوشگی جم برا جم دزاوجم آبومتی خالو خدی دزاوجم ценили друг друга, любили друг друга, также уважали и ценили старших,
мою маму это им бабушка. Неха дома маму, папу, тоже бабушка, дедушка, они, кто всех старших уважали, ценили. Также мы вас любим, ценим, уважаем. Здоровья вам, счастья вам. Я желаю счастья и здоровья своим детям. Поздравляю, желаю всего самого хорошего своему брату и снахе. Я желаю вам счастья, здоровья, побольше детей. Поздравляю вас с днем свадьбы, желаю всего самого хорошего. Я желаю вам крепкой любви дальше. И я хочу, чтобы в вашем доме всегда была очень уютная атмосфера, чтобы прям чувствовалось то, что в этом доме обитает любовь. Также я желаю, чтобы Самира выросла здоровой, хорошей, воспитанной девочкой. И я вам желаю удачи, чтобы все было у вас хорошо. Дети, чтобы они уважали старших, чтобы они радовали своих родителей и старых людей, чтобы были примерными детьми. Я желаю Сальдару и Данеле счастья, пусть будут счастливы. Браколбан, баколбан, маля зеринбан. Я стука кикал гирбакан. Thank you.
счастья, побольше детей, здоровья, всего наилучшего. Желаю свою внуку и снохе, как она мне внучка, здоровья, счастья. Эта любовь оставалась у вас до конца вашего последнего срока. Счастья вам, любовь, чтобы много деток у вас было. Мы всегда вспоминали этот день, какой он был счастливый. И вы, конечно, выше. شام تیرش بنگیمه بنگیمه یاره بنگیمه سرکن تی خوش بنگیمه بنگیمه یاره بنگیمه سرشام تیرش بنگیمه بنگیمه یاره بنگیمه سرکن تی خوش بنگیمه Show it.
دیرش بنگیمه بنگیمه یاره بنگیمه سرکنه دی خوش بنگیمه بنگیمه یاره بنگیمه
Джан Хесу. Балкна.
мама милина, рожа шай, рожа ине, вакаскер на деву мама, мра мала хваде ама. Наме бука, мама милина, рожа шай, рожа дна, вакаскер на деву мама, мра мала хваде ама. We'll be right back.
لاكي بقنا من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم حبيبي كما أحببت بين آدم وحواء، اللهم حبيبي كما أحببت بين إبراهيم وسارة، اللهم حبيبي كما أحببت بين يوسف وصالح، اللهم حبيبي كما أحببت بين محمد مصطفى صلى الله تعالى وخديجة الكبرى وبينهما رسول الله وفاطمة الزهرى. اللهم آت لنا ولدا صالحا وعمرا طويلا ورزقا واسعا. ربنا هب لنا من أزواجا زرعا على عيونهم واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ربي اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجل دولتي بهمة يسوع الأديم وبهمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله آمين. آمين. Allah şükürler olsun, müşt olup Allah'a bulsun, canım aşkına şükürler olsun, Allah'a emin olmalı yapalım. Emin
сегодня свадьба будет до утра. Жених, невеста, длинная фата. И соберутся старые друзья. На этой свадьбе мне не быть нельзя. Свадьба, года, лучше не найти. Молодым желаю вместе жизнь свою пройти. Свадьба, года, громкие тосты. Пусть для вас на этой свадьбе сбудутся мечты. Сегодня счастье льется через край. Кто за столами танцевать, вставай. Шумим, гуляем, выпьем за любовь. И за родителей мы выпьем вновь. Свадьба, года, лучше не найти. Молодым желаю вместе жизнь свою пройти. Свадьба, года, громкие тосты. Пусть для вас на этой свадьбе сбудутся мечты. Сердцами прикованы, и все-таки просто мои звездами созданы. А как окольцованы, сердцами прикованы, и все-таки просто мои звездами созданы. А как окольцованы, сердцами прикованы.
yaz yaman aydın felek aman el şevat aman تشین بوی ناو دلیم تو بوی گلا بردی نام دای کامونش تر آخر خازه تج بوی لاو اخد خازه زالم تو من پر هزدکی شب و روشم گماندکی خنجی تس کسی نازنکه یاز یا خواه کسی را پرناکم زالم تو من پر هزدکی شب و روشم گماندکی خنجی تس کسی هزنکم یاز یا خواه کسی را پرناکم یار تو زانی چا تا هزدکم چا تا هزدکم چا تا هزدکم Çata hızdıkım, çata hızdıkım tu dilemim, evin amı. Beyte gülam be almaya بیته شوین بخومایه نخازم شب و روشم بیته نخازم جیانم بیته ورم همیس که عمره من نابی خواله که سر دلی من خنجی تس کسی حزنکم دلی خواه کسی را بناکم ورم حمس که عمرم نبی خاله که سر دلم خنجی تز کسی حزنک دل خواه کسی را بناک یار تو زانی چه ته حزدکم چته هزدکم تو دلیمم ابی نامم یار تو زانی چته هزدکم تو دلیمم ابی نامم Thank you.
Шашу вот жанады, жана берсен. Жубайлардың жолдары бола берсен. Келген жолдар қосылған екі жаста. Бақытым мен байлығым ала келсен. Шашу вот көзімізде жанады. Әлдейлейді махаббаттың балланды. Ғашық болған күннен бастап достарау. Азамат боп қалғандаймыз бағалы. Ғашық оты жанады, жана берсін. Жұпайлардың жолдары бола берсін. Келген жолдар қосылған екі жасқа. Бақытым мен байлығын ала келсін. Екі жүрек ұғынады бір-бірін. Аялайды әлдейді күн нұрын. Айтқаны да заң сияқты өзіңе. Өміріне бақыт болған құрбымын. Ғашық оты жанады, жана берсін. Жұбайлардың жолдары бола берсін. Келген жылдар қосылған екі жасқа. Бақытым мен байлығым ала келсін. Ғашық оты жанады, жана берсін. Жұбайлардың жолдары бола берсін. Келген жылдар қосылған екі жасқа. Бақытым мен байлығым ала келсін. Керді жауғайы. Армандары орындалсын жастардан. Ғашық болған жүректерде бармайы.
спасибо. Еще 5-10 минут осталось, потерпите. Мужчины, ну повернитесь сюда. Узнаете господина Браганзе? Аплодисменты ему, ну вообще. Все, я слышу, женщины сзади говорят, а что, нам хлопать нельзя, что ли? Только поверни, Рафик, а почему нельзя? Ну-ка похлопайте ему. Ага, дура. О, дай Бог ему здоровья. Только от его имени всем сидящим здесь.
Розова, как у зала, время буя зала. Розова, как у зала, время буя зала. Дух Амина жмал пове, курбан время зала. Дух Амина жмал пове, курбан время зала. Go, Vendeya! Jump!
Kamal gidiyor hazır ha. Davardan da kaydı gel. Harbici. Perivan pesti doğdun, şıvana çoğdun çoğdun. Perivan pesti doğdun, şıvana çoğdun çoğdun. Танец у курдов называется говент. Г, первая Г, говент. Это вообще от курдов вышел этот танец. Самый длинный и самое много, большое количество людей участвовало в Турции. Есть Диарбекр, где курды проживают. И там приняло участие в этом танце 1 миллион 536 тысяч человек. Представляете, это что такое было? Это на Наурузе было. Дай Бог вам всем здоровья. Енгелер, невеста готова? Нет, 5 минут надо. О, видите, он оскакивает. Женщины говорят, 5 минут. Все, надо их слушаться. Если 5, значит 5. Все. Ну, мужчины потом станцуют, да? Они немножко еще не согрелись. Пусть подогреются, да. Нормально это? Компот или сок? Все, тебе сегодня запрещено, смотри, да. Одну песню, пожалуйста, любую, невеста будет готова. Барабанщик идет. Сейчас Даул Зурна придет. Ты жди скоро, я думал, ты убежал домой. Молодая жена, сейчас тебя тяжело вытащить из дома. Вообще, женщины, невеста мимо вас идет. Надо встать, похлопать ей. Похлопать ей, сопровождать ее надо. Мимо кого идет. Аплодисменты, аплодисменты все. Что, руки устали? Ну-ка, громче, веселей! Спасибо всем, танцующим всем спасибо. Садитесь, пожалуйста, все садитесь быстренько, все.
Все садитесь. Вот у нас в день свадьбы весь день сопровождает друг жениха. Друг жениха Эльдар. Аплодисменты Эльдару. Но мужчина! Вот так, громче, веселее. Дай Бог ему здоровья. Это конкретный, конкретный телохранитель жениха. Поэтому дай Бог ему здоровья. Все, ты свободен пока. Свободен. Галибра галихуш, ходевегиш каншабке, хои бук, хои забебен. Иро малабремей рафик, раке шаия, аре букания, ламаже, ходи давета на сивегиш камбаке. Дорогие гости, сегодня в этой семье, в этой династии очень волнующий день, прекрасный день. А наш Рафик женил сына, и сегодня невеста вот украшает наше мероприятие, посвященное бракосочетанию этой молодой пары. И здесь сидит бабушка, наша тетя Сара сидит. Давайте аплодисменты ей, пожалуйста, бабушке. Вот, она вырастила этих внуков, внучек. Дай Бог ей здоровья. Ну и там рядом вторая бабушка еще сидит. Бабушка не зря сидит. Ну тоже похлопайте ей, ладно. Дай Бог вам здоровья. И вот по нашим обычаям, по традиции, надо невесте лицо открыть. Всем гостям, присутствующим, дорогим братьям и сестрам показать свою знаку. Ну и это сделает, конечно, наш уважаемый, прекрасный папа, уже свекор, дай Бог ему здоровья, неоднократный свекор. Вот. Сегодня он здесь, чтобы открыть лицо своей невесты и показать всем гостям. Его зовут скромно Рафик. Давайте ему похлопаем. Это, честно, это он с виду такой грозный. Он очень добрый, душа у него добрая, очень компанейский. Вот. Все это знают прекрасно. Никогда никого не обидит. Но если кто его обидит, те все до сих пор таблетки пьют. Вот. Поэтому старайтесь не обижать. Итак, Рафик, пожалуйста, открой лицо, а мы все похлопаем. Давай, Майс. Буги далали, раба багарке, вайса бурахавали, сарих мадаке, зава далала, гури курдая, зава далала. Так, Енгелер, ну-ка по нашим обычаям, что надо сделать в сторону мужчин? Ну-ка, ну-ка. О, мужчина, а вы что, Нихлан, посмотрите. Красавица наша сноха, да? Красавица просто. Женщина, а вы как думаете, ну? О. Вот я знаю, завтра в Жанатурмусе гул будет стоять. Потому что все женщины скажут, о, вот это у нас сноха. Дай Бог ей здоровья, чтобы она жила долгую и красивую жизнь. Ну и, конечно, вы не менее обрадуетесь, худалар, если увидите зятя. По нашим обычаям, с разрешения родителей, по просьбе гостей, мы сюда приглашаем жениха. У нас такого нету, чтобы они на пару ходили. Мы должны разрешить ему. Вот, поэтому встречаем самого красивого жениха, самого делового жениха, Сардара! Аз хурта гиджалым, дело аз бриндарым, десенда гуртен алым, аркеч аз бриндарым. Аз хурта гиджалым, дело аз бриндарым, десенда гуртен алым, ахло дело бриндарым. Жан Сардар! Рушая бугзавия, шабуна рафикима, варен бигрин дилане, рушая бугзавия, дава да сэндаре, варен бигрин дилане, дава да сэндаре. Вы видели? Видели жениха? Аплодисментов почему нету? Вы обратили внимание, как он шел, зашел? Одна походка чего стоит? Че, не ждали меня, да? Такому парню, нет, тебя ждали. Годами ждали, чтоб ты вырос, чтоб тебя жени, чтоб порадовалась бабушка, чтоб папа с мамой порадовались. Все твои родственники. И слава Аллаху, сегодня этот день. Поэтому я тебя остановил.
Пусть твоя жена сделает шаг тебе навстречу по нашим обычаям. Больше не делай, а то он обрадуется. Хватит. А то он будет радоваться потом. Ага, вот, хватит. Вот, стало, вот, стало. Поэтому сейчас разрешение родителей по просьбе всех гостей. Поэтому с разрешения родителей по просьбе всех гостей сейчас танцуют только жених и невеста, а мы по нашим обычаям им даем шабаш. Давай, маэстро, дай самую красивую мелодию. Итак, Дадар и Данеля! Джоли! Туши буйного длины, трубы гула бербинаны, Дай катушдер хастыке, Теши була мэн тупанзе. Занымдым бір хастыке, Сэпчава дэ гумандыке, Винчин дэс кэси наснаке, Дэлэ па кэси рабэнаке. Занымдым бір хастыке, Сэпчава дэ гумандыке, Винчин дэс кэси наснаке, Шада хэздэгэм дэдэлэймэ, авина мэнэ Шада хэздэгэм, шада хэздэгэм, шада хэздэгэм Шимада хэздэгэм, шада хэздэгэм дэдэлэймэ, авина мэнэ شبیم به خواب میاد نخوازم شیانا بده نخوازم هر کسی بده زنم دم بر هستی کی سر شواده گمانتی کی خدیت از کسی نسلگه دل خوا کسی را بناگه زنم دم بر هستی کی سر شواده давали это для жениха неучтенный доход. Вот сюда встань, пожалуйста, вот так рядом. И помогите невесте чуть-чуть назад отойти. Давайте. А сейчас я приглашаю просто для истории станцевать перед ними друг и дружка. Друг жениха. Эльдар Бей. Дружка, наша Фатима. Пожалуйста, Фатима, для истории
просим вас танцевать. Пожалуйста, маэстро. Раз. Karagözler, karagözler, kaşıklara karagözler. Karagözler, karagözler, kaşıklara karagözler. Aldı aklımı başında, senden olan karagözler. Aldı aklımı başında, senden olan karagözler. Спасибо, Егеляр, Хадижуя, Разива. Ну, а теперь мы попросим вас сопроводить молодоженов в свой апартамент, и я потом продолжу. Маэстро, сопровождай. Что-то вы так на меня смотрите, наверное, потанцевать хотите, а? Давайте, вот Енге, это у нас женщины, вторые мамы, которые сопровождают невесту, учат кобычу, подсказывают, весь день за ней ухаживают. Вот они здесь, сейчас они станцуют. Это тети, одна тетя со стороны жениха, другая тетя со стороны невесты. У вас есть такой казахско-курдский, ну, песня? Ну-ка, сообразите там. Давай, сообразите. Хай, Берчаман, Берчаман, Телев, Кубаре, Берчаман. Хай, Берчаман, Берчаман, Телев, Айшаны, Берчаман. Хай, Берчаман, Берчаман, Телев, Кубаре, Берчаман. Хай, Берчаман, Берчаман, Телев, Айшаны, Берчаман. Спасибо. Ну и еще одно есть у нас обычай. У невесты есть букет, помимо, да, Данеля, есть букет? Возьмите букет и этот букет официально передайте Фатиме, обнимите, поцелуйте, скажите свои пожелания. Маэстро, сопровождаем. Спасибо.
Ну, у нас такой обычай нету, чтобы невеста букет бросала. Құрметті қауым, қадірлі қонақтар, қадірлі құдалар, бүгін 14-ші қазан Қазақстан мемлекетімізде Алматы қаласында Жаңа Тұрмыс деген ауылымызда Сәрдәрін ва Данилияның тойына қош келдіңіздер. Гәлі бра, гәлі қош. Иро, 4 октябрі, өләді Қазақстаны. Vilayet Almaty gütte cana durmuştu. Emre Fadi adet edini. Şaskırın evi ili. Jbona Hert Gülan. Serdel ve Danili. Unsek Teran Serçavan adın evi daveti. En hürmetli, kadirli, aziz cemaat, kardeş vaciler. Bugün 14. oktyabr. Kazakistan memleketimizde Almaty vilayetinde. Cana durmuş köyünde. Allah'ın emriyle, dünyanın adetiyle, sizin şahatlığıyla, bu iki günün manasıyla, Seldar'ın ve Danili'nin toyuna hoş gelmişiz, safa gelmişiz. Şamku şengi roşi denge, sebrum alamı bure. Şamku avışı bilinge, pırşem alamı bure. Pırşirine zanile, derdu Дорогие гости, дорогие братья и сестры, сегодня ведь прекрасный вечер, посвященный бракосочетанию Серделя и Данили. Позвольте вас поприветствовать и пожелать вам здоровья и долгих жизней. И чтобы продолжить это мероприятие, я хочу вам представить, конечно, хозяев. Хозяева, сегодня самая старшая, это вот бабушка Сара. Давайте аплодисменты ей! Папа жениха, наш уважаемый Рафик, аплодисменты ему. Мама, принцесса сегодня, это прекрасная мама, теща, сестра, Мейханым. По линии Мейханым, дедушка, ну его здесь нету, вся семья здесь, кроме него. Сегодня он сопровождал молодоженов и на катание, везде, дай бог ему здоровья. Аплодисменты дедушке Али Султан! Ну и рядом всю жизнь, рядом с дедушкой Али Султан, идет эта скромная бабушка, самая красивая бабушка, наша уважаемая сестра Назире. Аплодисменты ей. Ну и со стороны невесты Данили здесь присутствует, ну я со старших начну, бабушка Зелинхан здесь. Аплодисменты ей. Пожалуйста, встаньте, чтобы вас видели. И бабушка Роза. Просто встаньте, ага, все. Видели, да? Все. Вот, аплодисменты этим самым красивым бабушкам, самым добрым мамам, самым добрым свекровкам. Давайте еще раз им похлопаем. Садитесь. Отравим. Рахмет, Кизинский, рахмет. Ага. Ну и, конечно, по нашим очень жестоким законам, невесты всегда мы страдаем, потому что родители не ходят. Но сегодня мы гордимся. Мама Аниля здесь! Аплодисменты ей! Вот. Вот так, вот так. Вот красавица. Дай бог ей здоровье. Ну и кроме мамы, конечно, папины братья здесь. Дядя Анвер здесь. Дядя Анвер, встаньте, пожалуйста. Ваш братишка, встаньте, пожалуйста. Это вот дяди Апе Букене. Я им на курдском скажу Апе Буке. Это означает, чтобы они весь вечер вас финансировали. Апе Букене, аплодисменты им, пожалуйста. Ну и тети здесь. Я, походу, всех представлю.
Я по ходу всех представлю, хорошо? Все, дай Бог вам всем здоровья. Ну и, конечно, самый, еще я скажу, ответственный человек, которого всегда мы поздравляем, это ихны Кирва. Кирва, казахша калайк, Кирва, казар, мурун ата, да, по-моему, да. Өкелякей, да? Да? Айтан. Да. Итак, ихны Кирва здесь. Дядь Махмед! Нет его. Сына, сын здесь. Вот, пожалуйста, сын. Аплодисменты ему. Дай Бог ему здоровья. Кирва здесь. Ну и вот этот узкий круг, которым надо, когда тосты говорите, чтобы знать, кого поздравлять. Хорошо? Все. Давайте, наверное, сейчас я бабушке подойду. Потом папа с мамой откроют свадьбу. Горячее подадите. И мы пойдем дальше. Тетя Сара у нас очень образованная, грамотная. Она очень уважаемая не только среди курдской диаспоры, вообще среди всех народов, которые здесь, в Жанатурмышсе живут, и Заря Востоке, по всему Казахстану. Тетя Сара, чавай и рамбе. Я поздравляю своих молодоженов, желаю им счастья, здоровья, желаю, чтобы они жили 100 лет, чтобы жили хорошо, чтобы у них было взаимопонимание и были хорошие дети, чтобы мы гордились ихними детьми, чтобы они нас радовали. Спасибо. Конечно, молодежь, надо хлопать. В ее возрасте не так просто говорить, ориентироваться, мысли свои излагать. Ну, Рафик, теперь идемте, пожалуйста, вот так встаньте. Вот так, чтобы специально, чтобы на фоне молодоженов вас видно было. Механом рядом встань. И что ты, встречат? Иди, встречай. Иди, иди, а тоже забыл. Уважаемые гости, спасибо, что пришли на наше торжество, на свадьбу моего сына. Я рад вас всех видеть в этом зале. Большое вам спасибо, что пришли к нам. Я как тамада сегодня к нему применил очень жесткие санкции, он знает, о чем я говорю, и вы должны догадываться. Вот, поэтому сегодня большой у него праздник. Вот, я не зря вам сказал, что он очень доброй души, открытой души. Он постарается к вам, ко всем подойти, проявить уважение к вам, а вы его поддержите, хорошо? Духом и там конфетами, соком можно, пожалуйста, ладно? Хорошо, да, чавэвэй ранвэ, механом говорить не будешь. Ладно? Или хочешь сказать? Что-то я чувствую, что-то вперед идешь. Ты хочешь сказать? Я скажи два слова. Ага, нет, все. Спасибо. Но у нас лохи не говорят. Как минимум 30 лет. После 30 лет их о-хо-хо не остановит ни один журналист. Дай Бог им здоровья. Шутим, конечно. Итак, сегодня ваш праздник. Первый танец. Я вас попрошу, чтобы вы вдвоем начали. К вам присоединились ваши дети, ваши сыновья, ваши дочери. Все, кто вас знает, как говорится, любит и уважает. Итак, первый танец. Прошу вас, вперед. Открытие сделайте, пожалуйста. Так, маэстро, Жан, для них. Ходи. Жан Рафик Джонс. Ого!
Agriçi ayte dumanı pır bölünde yemanı Agriçi ayte dumanı pır bölünde yemanı Gülera ve sübeye merhumera ve sübeye Gülera ve sübeye merhumera ve sübeye Denk idi kalka ve yemmerhumera ve sübeye Denk idi kalka ve Şirin dünya temzana navede şirin Fatmana rengin gulam bıhamle Fatmana rengin gulam bıhamle dünya temzana navede şirin dünya temzana varide zirin Некий бакет, просто пас. Я знаю, у тебя сегодня настроения нету, но виду не подавай. Сэр, вемеке. Спасибо, спасибо. Ну и второй, конечно, обязательно, даже первый, мы бы слово дали бы дедушке Али Султану, но его здесь нету, он имам, дай Бог ему здоровья, семье. Давайте мы ему от его имени для вас всех сделаем музыкальный подарок, пожалуйста. Итак, для дедушки Али Султан, для бабушки Назря, от их имени, всем здесь сидящим, братьям и сестрам, танцевальные, дайте музыку, пожалуйста, дайте. Подарок звучит для дедушки Али Султан, для бабушки Назре, от их имени всем гостям, братьям и сестрам нашим. Видишь, какой, видишь, ай-яй! Atmış boy binada Hazretten herim Lene yarmış bavede Delal hay delal Hay hay delal hay delal Delal hay delal Çavete çavim hezal Delal hay delal Civan ya emri meçvan Delal hay delal Düşmüra ne bu berman
Спасибо, спасибо. Дай Бог вам здоровья. Итак, идем дальше. Садитесь, пожалуйста, все. Сейчас горячее будет подано. Садитесь, садитесь все, чтобы не мешали. Красиво подали. Рустам меня маякнул. Любим взять. Давай, маэстро, встретьте. Нету очень дорогого нам брата, очень уважаемого, который героически свою жизнь отдал на благо нашей жизни, на благо жизни граждан Казахстана. Это папа невесты, наш брат Даурен. Но здесь присутствуют все его родственники. Мама здесь сидит, вот я хочу ее сюда пригласить. Нашу уважаемую тетю Зелихан хочу сюда пригласить. Нашу маму, тетю Розу сюда, бабушку тоже хочу пригласить. Пусть вместе с вами мама Оленя тоже выйдет, Анеля тоже выйдет, станет. И все желающие к ним, если хотите, женщины, как к старшим, присоединитесь, скажите свои пожелания. Мы потанцуем, уделим вам внимание. А потом после этого второй тост еще дам. Его братья здесь сидят. Дай Бог им здоровья. Они скажут свои поздравления, свои пожелания. Поэтому, маэстро, давай бабушек встречаем. Давай.
Итак, бабушки, прошу вас, как вам удобно, пожалуйста, можете вот так, вот как вам хочется. Давайте вот здесь вот так встанем, вот так, чтобы и они вас видели, и мы вот идемте. Вот с этой стороны, вот так, ага, наискосок, вот так. О, ага, полды, нормально. А вы, вот они в знак уважения стали. Мен қазақша сөйлеймін. Айналайында не? Кімсіздер? Бақытты болыңдар. Самый главный. Ұзақ өмір сүріңдер. Балаларым көп болсын. Тату тәтті өмір сүріңдер. Барлық қиындыққа Данияра күйеу бала бәріне шыдап бағып, бақытты өз қолдарыңмен жасаңдар. Дорогая Данеля, я тебя вырастила, я нянчила, до сих пор могу и ругать, теперь я не смогу, ты уже в другом доме, теперь родной дом твой здесь. Мы не знали, где Жанат Урмус, а Сокол Алматы. Ну, ни в Атрау, ни в Гурьев, ни в Москву, никуда не надо ездить. Поэтому, Самира, вы живите дружно, будьте здоровыми, счастливыми. Я хочу, чтобы продолжали вот, хорошие свои дела. И еще раз я поздравляю вас с бракосочетанием. Уважайте старших, вот бабушка, две бабушки, Алий Султан, тем более папу, маму. Тогда вы тоже и желаю долголетия, самой счастливой жизни, чистое небо и большой любви. Вот подарок надо одевать или дать? Давайте, открывайте. Вот так. Это... О, приготовили бабушки очень дорогой, золотой. Да, открывайте, можете вручить. Вот так, ага. Золотой трос с кулоном. Очень необычный, там пожелания. Дай Бог им здоровья. Давайте похлопаем красивым бабушкам, добрым. Вот так, встаньте, пожалуйста. Камераға қарап тұрсасыз. Вот так. Ага. О. Мен де қатты қуанышым келгеніңізге. Көп-көп рахмет. Сізге де зор мықты денсаулық тілеймін. Тек тойларда жақсылықта кездесейік. Сол Қазақстанымызға тынышлық, тәуелсіздік, бірлік болсын. Сол енді білейік, көрейік қалай күрттер білейді. Көрейік ша. Қазақша білей ме, жоқ па? Давай, маэстро, маэстро, айда. Так, и я. Опа, я. Алматаны, бәрі лай.
Я халявились. Еще одно хотите? Давайте еще одно. Это Асан, ну когда еще? Или хочется слово предоставить его, ему и попросить, пусть придет, выйдет всем сидящим братьям и сестрам, нашим гостям, молодоженам, скажет свои пожелания. Добрый вечер, уважаемые гости, уважаемый наш Рафик, хочется поздравить тебя, наш имам, ходжа, это наш Дингир Алим, поздравляю вас всех с созданием новой курдской семьи. Хочется что сказать молодым, вы строите новую семью. Счастья вам, здоровья, благополучия. Но счастье на этой земле человек строит своими руками. Поэтому вы должны помнить, что мы проживаем в Казахстане. Вы должны быть достойные граждане Казахстана, работать на благо этой земли. Если мы все будем хорошо работать на этой земле, будем создавать рай у нас в Казахстане. Молодым счастья, здоровья, дай Бог, чтобы у нас в Казахстане побольше были таких свадеб, радости в каждом дворе. Неважно, ты являешься казахстанцем. Мы помним добро казахского народа. Всегда это надо помнить, знать и всегда уважать этот народ. Это наш братский народ. Счастья, здоровья молодым, любви и дай Аллах сизге ахжол. Счастья, здоровья. Азизе, что-то вас пока не было. Я здесь нашим гостям объяснял, что у курдов есть очень хороший такой дружественный танец, говент называется, который призывает все народы, независимо от национальности, от вероисповедания, к дружбе, единству. Все выходят, берутся за пальцы и танцуют этот танец. И этот танец возглавляет всегда самый уважаемый, авторитетный представитель народа. Поэтому мы вас просим, пожалуйста, этот говент возглавьте, Рустем. Дайте, да. Платок дайте раньше. Zvizmanina verdi, elden geçi kurdi, çarınav kulub derdi. Zmanim kurmanciye, zvizmanina verdi. Rabbe adında Rabbe, hordi kurdu Rabbe. Evlenme azadiye, temşi temşi yarbe.
Спасибо всем. Еще раз я к вам обращаюсь. Пожалуйста, перерывы делайте во время танцев, хорошо? Я вас очень прошу. Вот, чтобы мне быстро-быстро определять, всем тосты давать. Дай Бог вам всем здоровья. Так, я хотел сейчас еще невестным дядям слово предоставить. Пригласите их, пожалуйста, ничего страшного. Там кто? Наш брат Анвар, там посмотрите, кто есть. Пригласите. Давай, маэстро, их встретим. Там брат Руфат, посмотрите. Великий древний казахский народ с большой историей и культурой. Мы, другие народы здесь проживающие, тоже изучаем вашу, как говорится, историю, вашу культуру, потому что мы граждане Республики Казахстан. Благодаря Конституции, законам этого государства развиваем свою культуру, свой язык. Вот. Поэтому сейчас мы свадьбу проводим по нашим обычаям. Сначала слово я дал старшим, сейчас вам. Потом еще тети есть, им дам слово, третий тост. Они подарки вручат, скажут свои пожелания. Хорошо? Все, прошу вас. Дорогие наши солдаты, Данеля, от всей души поздравляем вас. Днем. Самое главное, будьте счастливы, берегите своих родителей. И дай Бог, чтобы вы всегда нас радовали. Только по-хорошему, чтобы такой Дархан накрывал честь. Еще раз счастья вам, здоровья и много детей. Хочу вас поздравить, дорогие Сальдар, Данеля. Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни вместе. Всего-всего успехов в вашем пути. Будьте здоровы. Близким вашим добра, счастья. Чтобы здоровы были. Дорогие Сальдар, Данеля, поздравляю вас от души. Желаю вам светлого неба, счастья, побольше детишек. Дорогие Сардар и Данеся, поздравляю вас с праздником бракосочетания. Дай Бог мира и покоя в сердце. Пусть в вашем доме всегда горит свет, улыбки, радость, веселье. Спасибо вам. Данеля, Сальдар, бақыт болыңдар. Давайте счастье, здоровье, огромной любви, побольше детей. Давайте, а все души за вас. Көп-көп рахмет, алин, хурметті ағайындар. Но по нашим обычаям мы сейчас для вас, от вашего имени,
музыку, все потанцуют. Потом через один опять я приглашу сюда ваших жен, сестер приглашу, тети. Они поздравят, подарки вручат от вашего имени, от своего имени. И так будет наше мероприятие идти. Хорошо? Маэстро, готов? Пойди. Встаем, встаем, танцуем. Мужчины и женщины, все встаем. Я рассказал, что велись, а? Опа! Хай-хай! Спасибо, спасибо, садитесь, а то простынете. Ага. Холодно, да? Братки, холодно, да? Сейчас, потом я жен приглашу, они вручают.